надеюсь, что этот стрим никто не придет. Он будет недолгий часик. Попробую еще Разика 3 сбегать. Я должен это пройти. Сасигурияде. Что он сказал, Сасай? А, Синдо. Guess there's no keeping down the Grim Reaper. Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Все-таки проще нож втыкать. И быстрее. Давай. Разучился это место продавить. Интересно, есть кто-нибудь еще выживший? Я что-то смотрю, места там пока прижимы очень много. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Черт, он сейчас знает, как подбегать эту чайку. Точнее, его там можно как-то
back one, which is like... Ну, естественно, гонкая собака вроде всегда набрасывается. Собаки здесь это отдельная проблема. Здесь тоже мои какие-то проблемы теперь начались. Бежим строго по краю. Из выпендривания. Так, самый рандомный зомби. Здесь тоже лучше минус нож белый. Но я не уверен, что ты меня против. Ладно, хп потеряли, нож сохранили. Нормально.
Ну, еще разочек попробую. Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Здесь на самом деле есть буквально два сраных коридора, где от меня вообще почти ничего не зависит. Чисто от того, как появится зона. Либо, я не знаю, тут либо какие-то гиперскрипты, где надо попадать в пиксель, либо тут реально рандомный коридор. Первое место, где от меня вообще почти ничего не выйдет. Как собак себя поведет. Да я не понимаю, что это что не так с этим местом стало. Раньше пробегал сейчас. Так, вот это он хорошо прыгнул. Yeah.
えたややめろやちょвот, вот чисто рандомное место. Вот долбится этот зомби в двери или не долбится, или где-то просто рядом. Тут отдельно вообще. Весь этот коридор вообще. What the hell, Honk? You're late for extraction. Он может прийти. Опа. Два ножа. Все тут еще. Ну, с двумя ножами я не знаю, как я это сейчас пойду. Вот что значит Вот что значит на свежую голову играть. Аппетитная встряска, модель топа. Ну что я хочу сказать, я по сути показал весь контент, кроме Леон А и Клэр Б, но я не вижу смысла, то есть ничего нового там не покажут, именно
Коньяк. Уира Моти. Неплохо. Я что-то думал, что он так посерединке аккуратно стоит. Интересно, вот это что? Блин, может тут это чисто для рофла сделали, мне кажется, просто, ну, типа... Сложнее ножей уже ничего не будет. Давайте дадим людям порофлить. Пожалуйста, пусть это будет так. Пусть у него будет бесконечный этот пулемет, или что у него-то? This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... Ёб твою мать. Ёбаный рот этого казино, блять. Так, ну я даже не знаю. Нет, полезен. Сколько у меня сил? Одна. Headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. Кто-то зомби вообще похер на выстрел с гранатомета. Я бы обратил внимание. Сука, рандомные псы и воины. Вот что с ними делать? На самом деле не полторы отключили, получается, даже больше, чем у топа. Так, единственное, что я не понимаю, это как Юзу вообще здесь, в данной ситуации, от меня. Шачку играет здесь. Реально, вот на такой херне очень хочется. Блин, ну 40 выстрелов показывается. Охереть. Забыли про него. Oh.
Бомбагайна! Достижение «Гроза зомби». Просто бомбезно. Я реально в какой-то момент испугался, что я просру. Синду! I wanted to meet the Grim Reaper. Grim Reaper. Еще больше пес... Ёб твою мать. Мне вот это вот и... Лучше доп, конечно, ничего не будет, но тоже надо попробовать. This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Наняне!
Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... Shindo! Guess there's no keeping down the Grim Reaper, huh? Oh my, magic! Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Из аптечек это будет реально круто. То есть нельзя, чтобы меня ни в коем случае кусанули со спины. Вообще нельзя. Чувак реально сложнее, чем предыдущий. Может мне все-таки тут еще чуть побольше, что это что-то это без аптек вообще. О, макицы! То есть реально имеет смысл в некоторых моментах зомби дать себя поймать, иначе это будет жопа. Хоть это условно таргетные гранаты, но это не меня. Ну, естественно, это работает псы. Если ты ничего не делаешь. Помните, хера не больше. Один путь. Спины! Пусть со спины это все это ГГ. Для этого героя. Стоит там вообще гранат кидать? Ну блин, я всю жизнь это место пробегал без единой проблемы. Я не знаю, что началось. Нет, есть у этого персонажа одна изявость, лютая, но к которой я просто вот не готов, потому что эти мины гранаты. Сейчас зомби просто нафиг заранее вставляют. А вот сейчас я вообще не знаю, что делать. Хотя нет. А если он сейчас языком пальнет, то это будет приятно. Вот так вот. Чё-то, я так понимаю, в определенных ситуациях это будет намного хуже, чем Току. Я хочу других персонажей попробовать. Окей, я открываю! Анти-Току. This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Nayane! Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to... Ahem.
Бля, у него всё один нож. Чем все из захвата-то вытаскивать? Один ножом, что ли? Ёбаё. А, у меня 60 патронов. Гипотетически определенные места можно проходить за чистку. Тонна аптечек, но... Не. Какой пистолет наш? Просто если бы они ставили хедшоты... Реально, вот этот персонаж — это самое дно. А вот чем мне сейчас отбиваться, блять, от этих ребят? Святым духом? Такой тактики от себя я не ожидал.
distraction. Heads up. The guys at the top just ordered a full cleanup on Raccoon City, so move fast. We can kiss your ass goodbye. Хорошо откинул. А, анин тофу, а не антитофу. Что за хрень? This is Nighthawk. Come in, Alpha. Alpha, do you read? Наяне. Девочка, что ли? Man, I thought you were all wiped out. I've been trying to. Ёб твою мать. Но без хилок. Я сейчас просто сижу и думаю, где это применять. В каком месте? There's no keeping down the Grim Reaper, huh? What's it there? Relax, Mr. Reaper. I'm headed toward the front gate of RPD. Pick you up there. My dog, Kini. А птичек тут, кстати, тоже.
Я представляю, что я в конце делаю. Вот до этого конца еще добежал. Единственное, что я пока еще боюсь тратить, это миниган, потому что он ограничен. И ну мало ли что произойдет. А у меня минигана нет. Интересно, как этот заряд подействует на Ланшоу Парк. Есть подозрение, что никак. Что у меня еще есть? А, у меня еще все-таки две слепы с понятно. В принципе, интересный вариант. Как-то так. Так, ладно, с этого момента дипломатия бесполезна. Thank you.
серьезно? Самый дефолтный момент. Самый дефолтный момент. Серьезно. Не обошел. Дефолтнейший момент. Ну, рандом это весело, чё. Ладно, попробуем. Все равно как бы понятно, что. Живая электростанция. Топ прошли, как и обещал. Хотя нет, я не обещал пройти топ. Что ж за еженедельное испытание, я не понимаю. Чего-то они хотят. Селектор Дейперс, блять, если я играю в эту игру, вы что, долбо... О боже, ёб твою мать. Сука тупорылая. Что не так с этими людьми? Короче, всякую ерунду тут дают. Ой-ой-ой-ой-ой. БС, что ты творишь? Так, я там хотел на загрузку поставить Resident Evil 4. Что такое? У меня ОБС сдох? А, нет. Лучше все-таки в маленьком окошке посидеть. Ладно. Не полностью, конечно, выключен, но тем не менее. Я сейчас очень темный. Так. Я что-то... А, не, нормально. А, вспомнил, что хотел посмотреть. Зыркнуть. Что-то я сегодня прям очень плохо настримил, но тому есть причина. Как бы в 6 утра, во-первых, стримить это такое, в 5 даже. Но я прошел тофу и 4-го выжившего, и все. Все, я на самом деле пора прекращать с этой игрой что-то делать. Сейчас я не знаю. Даже ты его. О, что тут есть? 3720 такое. Господи, есть и настолько чмошные сайты.
Ладно, ребят, давайте так. Кто захочет, потом посмотрит записи. Главное, что я ТОФ прошел. Конечно, извиняюсь за то, что это было не своевременно, но я тогда просто не мог играть. Я был уверен, что сейчас не пройду. Я думал, сейчас что-то... Хотел вообще в 3 часа начать Resident Evil 4. Потом такой... Проснулся в 4:30, подумал, сел, прошел ТОФ. Остальные проходить не буду, потому что смысл. Просто вот смысл, что там должно появиться еще. Там ничего больше не будет. Персонаж ничего. Ладно, ребят, в общем, в любом случае, я, короче, весь контент показал, который только был. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Все равно, если кто-то заходил. Всем удачи и всех благ.